Поехать на Олимпиаду и не проиграть. Южноуральские полицейские предупреждают о возможном мошенничестве с билетами на игры в Сочи. Единственный способ не приобрести подделки – бронировать проходки на официальном сайте «Сочи-2014». Там, например, билет на церемонию открытия зимних игр стоит от 6 до 50 тысяч рублей. Перепродажа билетов осуществляется также на официальном сайте игр посредством специальной страницы. Билеты, приобретенные в нарушении данного порядка, признаются недействительными, аннулируются и не дают права на посещение спортивных мероприятий. А вот за перепродажу билетов на Олимпиаду полицейские намерены и вовсе привлекать к административной и даже уголовной ответственности.